Turn it up, let it start from block on front. Supply the broken hearts from jack on front. And the punk only stay on play. Be a player, you can have peace someday. Take cheap drug dealers. Салют, Нижний, это BPM Rap Battle. Че, кого Нижний? Отлично, МС слева, представься. Набинабад. Дайте ему шума. МС справа, представься. Букет, лаборатория, сквад, бич. Я у Нижний, человек к первому раунду готовый, нет? Это так не годится. Нижний, дайте шума. Первый раунд, поехали. Жирного лоха я обосу, жирного лоха я обосу, жирного лоха я обосу. Предложил мне выбирать биты в конце аж ноября. Редко у кого увидишь столь похвальное стремление. Стремление к тому, чтоб знать, подо что проебать. В глубине души я знаю, он и сам такого мнения. Но ты мог забатать меня очень просто, придя сюда лысым и без бороды. Я бы от смеха не смог зачитать ни раунда, из горя бы здесь дал тебе пизды. Если у кого с воображением плохо, ты с хорошим это хуй представишь. Вы попробуйте вообразить персонажа такой убежденный скинхед-смешарик. Это был бы как раз безволосый букет, и это не просто над внешностью стёб, просто этот смешарик мне сам рассказал, о чем будет читать он в раунде втором. Какую бы телегу он там не задвинул в процессе чтения раунда вам. Представляете, как он произносит ее с лицом няшненького агрессора. Прикиньте, я думал, что вот это вот бридж, и сразу за ним тут последует хук. Но нет, там сразу второй парт, потом бридж, и как бы на этом биту каюк. Ты, видимо, плохо услышал, мэн, что тебе говорили в тот раз Соул и Тимми. Сука, ублюдок, букет заебал, иди уже нахуй с битами с Фрикима. Нахуя ты вообще полез, дурак, в рэп, если ты не готов в него вкладывать все. Хотя чё это я тут задаю вопросы. Перед нами тут обычный галимый позер. Мне еще про себя, что имеет вес. Типа дохуя со своим мнением, парень. Но как только доходит до дела, с трудом ударяет он палец, а палец единав со своим фритимом. У меня тут будет хук. Нахуй пуси боев, что без фрибитов, словно без рук. Они сутки напролет ищут заработки без вложений. Все симптомы налицо. Это мозга отторжение. Нахуй со своим фритимом. У меня тут будет хук. Как с таким послушным списком? Ты вообще, блять, вышел в круг. Толпа в зале после батла не скандирует букет. Перепутать очень просто, но они тебе кричат: брось рэп, сука! Раунд! Юрик, певец-народник, блять. Давайте покачаемся нормально. Чё, попрыгаем, поорём? Ай! Больше, 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 заверни мне Порше. Больше, 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 я возьму все, ты ничего не можешь. Больше, 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 заверни мне Порше. Больше, больше, я возьму все, ты ничего не можешь. Юрик Про, Ярослав Протасов, Юрик Про, на таких рвать натаскан. Ты меня повыше, на пару тонов, ради этого на яйцах висилька подаст. Это значит, Юрик, порванный анус тоже значит, Юрик. Что не значит, Юрик, ничего, сука, не значит, Юрик. Кей-о, залетай битком, вокруг можешь пить. Непонятно ничего, и нахера мне делать вид, что я хаслю-хаслю. Напротив гибрид на батон с хаски. Он реальный талант, так считает рез. Ты реальный тролль, так считает лес. Он реальный пацан, что глядит сегодня, бич. Так считают все, мы выходим в эфир и разносим дальше. Ни Лукас Арсель не продались Диснея. Два микро, рифмы, скиллзы, подача, мысли и панчи. Нахуй людей, блядь, и бьет только тот, кто движется к цели. Кто меняется изнутри, а тебя зовут Эрик. Ты читаешь вот так вот, и чего ты хочешь от этой хуйни. Больше, 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 заверни мне Порше. Больше, 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 больше. Больше, больше, чё не можешь? Больше, 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 заверни мне Порше. Больше, больше, я возьму всё, ты ничего не можешь. Зачем ты читаешь про тачки и бабки? Просто мечты формируют жизнь. А ты что, не хочешь стать богатым? Тогда ты просто пиздишь, кто не хочет денег и мировой славы. Сейчас же скипитесь из этого зала. А ваш стилец, я прошу остаться, ведь с вами ещё не разобрался. Мне дайте крови, морфий, долгий трип из дома в пар. Я умираю много чаще, чем был должен воскресать. Я ебал ваши подачки, заберу все свое сам. Выпускаю пули в небо, ведь я мечу в небеса. Больше, 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 но пусть ранит за плечами. Больше, больше, больше тех, кому не отвечаю. Больше, больше, больше на теле раны нарывов. От тебя ждет долгий страшный путь от бара и к обрыву. Раунд. Йоу, Нижний, первый раунд комплит. Поехали, второй раунд, диджей, заряжай, поехали.
Эйом, второй раунд, самое время поговорить о каких-нибудь таких важных темах, вечных нетленочках, так скажем. Например, о безответной любви. Никита, слушай. Вот он перед нами самый яркий пример. Его отношения в явном дерьме. И я тут не про девушек твоих или парней. Я про наш любимый всеми тут батл рэп. Помню, как этот парняга год назад тут уверенно за слово топил, хмурив брови. Но вот же, блядь, безответная любовь. Твое слово за тебя тут нихуя что-то не топит. Он не понял, как батлить. Ко второму батлу сказали, поймешь ко второму сезону. Как вы думаете, он понял в итоге? Дам вам подсказку, он слетел там с отборов. Дам вам подсказку, после отборов его батлить не позвали, сука, даже в подлигу. Ну да, дам вам подсказку, в подлиге запрещалось. Друг друга батлили, два срата, пиздюка, но ты не понял нихуя. Пошел батлить на битах. Хотя, может, ты догнал и решил самоубийц. Свой приперся ты сюда в надежде, что удавишь. Это проводом микрохуякс, а он беспроводной. Не, ну серьезно, ответь нам сейчас, бро. Как тебя сюда-то вообще занесло? Пересел с иглы одобрения хайда всем принципам своим на лицо. Я работал больше года у листа до седьмого пота. Пока ты искал походу, где тебе лучше прыгать жопу. Ну давай-ка расскажи, сколько у тебя часов в доте. И сравни это с часами, когда ты писал блокноте. Вот я сразу и ответы, почему у тебя нет в топах. Сейчас спрашивают еще раз, ты себя лучше убей. Или вот тебе даже вариант получше. Все вопросы к Вадиму и корню задавай сперва себе. Ты думал это все, слышь, долбоёб? Ты думал это все, но нет, прости, я вошел в кураж, и меня теперь по биту несет. Зачем пиздел ты на намбата? Может, из вас кто мне ответит за него? Вот и я не ебу, как может пиздеть им, что год назад не мог держать микро. Пиздец, ты ненавидишь слово, букейт. Вот тебе суммарный итог этого раунда. Ведь если б ты любил вот так, как говоришь, не позорил бы его хуёвыми своими батлами. У тебя тут, походу, реабилитация. Чисто, хотя бы в своих глазах только. Но я тебя поздравляю, ты прошел турнирку. Но не обольщайся, пёс, это ненадолго, бля. Меня не взял в подлигу корень, потому что для меня там все слишком убогие, блядь. Оу, щит. Пизду ваш пион, бесконфликтный пиз... А можно релот? Я сбился, я не поймал. Релот, пожалуйста. Бесконфликтный, забивая, как грязь в одну калитку. Ты парил в облаках, как без калифа. Но ты выше взлетел, чтоб сильнее разбиться. Покажу оскал, я не беззубый. Смотри в глаза, там горит Везувий. Вырастили эту игру годами. Я кидаю на татами, топчу ногами. Всего за год я взял то же, что ты. Вы наделали культуры, не забудьте смыть. Вы считаете себя домом нищеты и собаки. Просто это были псы без своей конуры. BPM орёт на охуреться. Но о, мой реальный брат по бойне. Я вам покажу, как все это делается. Не целись, педурят, выпуская обойму. Хуй вашим моральным ценностям. По пляжам на костях, это наш костяк. Несем победный стяг, пока все люди спят. И даже батля, мы все равно семья, реем снова. Огненным мечом нам все не почем. Плечу, плечо, и мне похеру, чё. Бывалый или новичок, торчок в игре. Или крем, качок, коктейль. Хабы, ублюдок, превращаю этот бардл в главное блюдо. Я Гордон Рамзи на этой кухне. Съебал отсюда, ты такой безвкусный, я. Хабы, ублюдок, я Гордон Рамзи на этой кухне. Пал отсюда. Ты такой безвкусный, а эскибой, крайм, вагван, отдай сюда майк, пацан. Нахуя тебе два, привычка в руках. Ну ладно, держи, забирай, только лучше не станешь считать. Респектуха стоп, бро, но пойми верно. Ты не дашь мне приза, я дам тебе петлю мотивации. Пендаль далеко, ты не бездарь, но сегодняшний батл не руки палят в бездну. Раунд. Я у нижней, это было действительно круто. Поехали дальше, третий раунд. Время каминг-аутнуться. Чего время? Каминг-аутнуться. Да-да-да. Это мой сквад, черт! Это мой сквад, это мой сквад, сука, это мой сквад, это мой сквад, черт! Это мой сквад, ты понял? Это мой сквад, сука, это мой сквад. Эй, послушай, подъездный рэпер, ты так гордишься подземным звуком, но причастный расклад, если хвам остатки, все, что ты делаешь, это мусор. Попал хэдшот, загоняю патроны, хочу еще класс рэперов, гроб, отправляю домой на метро. Где подземка, зебись, это пчел, бич, все, что делаешь ты, это типично, все, что делаем мы, у нас давно вошло в привычку, близится.
Теперь для вас метры перпендикуляричные. Близится финал, где ты будешь держать водичку. Ты не подумай, что я выебаню, но мы напротив. И ты покойник, не бро, серьезно, на самом деле. Ловну на лад тебя, как в универе, профессор Йорик. Он ебнутый парень из нас, один уже в четвертьфинале. Так как для нас вы слабые мамы, мы бьем своих, чтобы чужие боялись. Дор, покажи свой свек, покажи свой групп. Насколько мне было здесь, нас вам будет нужен целый круг. У нас один боец не стоит ваших двух. У нас один боец стоит, как ваших целый клуб. Ты угораешь, ну? Погнали по битам, тебе выползет. Мы летаем, Колумбайн, вырубай. Твой удел, жесткий спайс. Твоя роль не шляпи, чтобы кто-то кроме нас. Яу, но это мой сквад. Эй, это мой сквад. Эй, это мой сквад. Еще раз. Это мой сквад. Ты понял? Это мой сквад. Еще раз. Это мой сквад. Все вместе. Это мой сквад. Еще раз. Это мой сквад, сучки. Это мой сквад. Это мой сквад. Это мой сквад. Это мой сквад, сука. Это мой сквад. Тихо. Раз, два. Вот уже и на полных парах залетает сегодня наш сквад. Бам-бам, мы очень долго там или стиль. Наблюдая это ваш ебаный ситком, как отдельные сратенькие рэперки не могут зачитать двух написанных слов. И меня тут хуй пойми что. Значит, время пришло, пришло время разъебать тут всех. Это лаборатория, встань и бой. Кто с турнира сейчас летел? Счастливый сегодня вернется домой. Ведь нас так в турнир кидает. И поймать, кто из нас пройдет дальше. Любой из нас раскатает тебя так, что напишет об этом в паблике. Миша Панчин, слышишь выстрелы из двустволки? Это Джамби и ваши двойными. Ты только, блядь, свою пальцы раскрыл. А тебе уже живот скрывает рецидия. Я в твоей кишка с удовольствием копаюсь. У меня есть полный набор инструментов. Букейдж тебя мудилу просто задавит. Долбоёб! Интеллектом. Да, ты прикинь, мы друг друга батлим. Хотя представляем один склад. Да притом так, что следующий враг увидит батл. Этот не будет рад. Давай, ебло, иди домой. Читай книжки, готовься к батлам. А мы пробежим тут по турнирке. А после посчитаем фраги. Неужели ты решил, сынок, что взять турнир готов? Ну, коли ты решил, то мы тогда пойдем домой. Просто так, ну знаешь, собрался отряд славиков. Но только перед тем, как уйти, кладем долбоёб ебал в пол. Лабораторию в каждую голову. Лабораторию в каждый дом. Мы ребята культурные и ничего там у вас не разъебем. Но если в вашей квартире заведется вдруг батл рэпер, вы его либо нам отдайте, либо сами повесьте. Это мой сквад, сука. Это мой сквад. Еще раз. Это мой сквад. Слышишь? Это мой сквад. Еще раз. Это мой сквад. Понял? Это мой сквад. Ты понял? Это мой сквад, сука. Это мой сквад. И у Нижней шума. Пацаны, вообще офигенно было. Нижний, ну чё, как вам батл? Меня зовут Крас Макс, это был PPM Rap Battle Нижний Новгород. Ставь лайк и подписывайся на канал, и помни, мы делаем стиль, мы меняем культуру. Чё, кого Нижний? Пацаны, красавчики.